Сегодня мы приехали в селение Ишарты, это старинный кунукский аул. Он известен тем, что здесь было поселение, которое датируется довольно-таки ранним периодом. В ходе осмотра окрестностей мы обнаружили следы, материальные следы бронзового века. Засняли, сделали неплохой фотоматериал. Нас познакомили местные жители с теми местами, где располагался Абшеронский полк. На этом же самом месте. Причем рельеф местности очень хорошо запечатлел все те строения, казарм, военной части, которые здесь были. Почти под ногами валяется большое количество предметов материальной и вообще материальной культуры того времени. Что-то от посуды, что-то от строительного материала. Мы нашли даже несколько пульм, они валяются почти на земле. То есть найти довольно-таки несложно. Это один момент, один компонент исторический, то, что здесь есть следы городища, то, что здесь есть следы пребывания армии 200-летней давности. И второй аспект, это аспект природный, экологический, биологический, то, что мы открыли для себя очень красивые места, очень живописное, если не сказать заповедное вообще, село Ишарты, его окрестности. Красиво, очень красиво, я даже сказал прекрасно, это великолепное место для цивилизованного культурного отдыха, для просвещения и для краеведения, потому что краеведение — это еще и природа того края, который тебя окружает, живая, неживая природа. Поэтому мне кажется, эта поездка сегодня очень удалась, и мы благодарим и организацию Улу Казаныш, и, соответственно, хотим выразить благодарность тем лицам, которые помогали нам из числа местных жителей. В общем, можно сказать, что очередная поездка организации Анжикала в Буйнакский район состоялась. Это наша не первая поездка сюда, и Аллах бюрса не последняя. Сегодня у нас экспедиция Ишарты. Мы в рамках совместного проекта Анжикала и краеведского общества Анжикала и община Улу Казаныш, территориальная соседская община. Вот вместе в рамках этого проекта поездки в исторические места Кумыки. Давно у нас была поездка еще в Аркас, в Древний Аркас. Есть еще план на 2017 год. Хотел бы поблагодарить общество Анжикала за то, что проявляет такой большой интерес к нашему Буйнакскому району, истории Буйнакского района. И вообще, все, что даже будет найдено, это материал, все исследования играет очень важную роль для сохранения нашей истории, истории Буйнакского района, как ранее отмечал сам Эльдар. Вот, это является зона чукского этнотуризма. Сейчас это очень модно, и мы вот стараемся показать вам такие интересные исторические места.